сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. К ним и апеллируем каждое утро, начиная свой день обзором культурных событий. В Национальном художественном музее состоялось открытие выставки «Изобретение Леонардо да Винчи». Желающих посетить одну из самых удивительных экспозиций мира оказалось так много, что билеты в кассах города таяли на глазах. Нет, мне кажется, что когда вот сам даже смотришь, сегодня ехал по проспекту в центре Минска и видел растяжку на весь проспект, и когда вот видишь вот эти вот буквы Леонардо да Винчи, они просто сами буквы себя завораживают. И кажется, что под этим что-то уже кроется, что-то невероятное, то, что столько лет пытаются, как говорится, разузнать, распознать, понять, насладиться. Вот мне кажется, это действительно сегодня необычный день, сенсация, можно смело сказать, в нашей стране, что нам удалось наконец-то такую выставку привести в Республику Беларусь. Объехав полмира, выставка «Изобретение Леонардо да Винчи» добралась до белорусской столицы. Пароходами, поездами и трейлерами экспозиция была доставлена из Израиля в Минск. 200 экспонатов, в том числе картины и чертежи мастера, предстали взору пораженного зрителя. Десятки рук под четким руководством представителей международной компании трудились над тем, чтобы подготовить экспозицию к просмотру, собрать мелкие детали в единое целое. Идея выставки – демонстрация великого наследия человечества. Взгляд на современность сквозь призму открытий далекого 15-го столетия. Самая масштабная передвижная выставка мира – детище музея Леонардо да Винчи в Италии. Для создания экспонатов в точном соответствии с изобретениями Леонардо да Винчи итальянским ремесленникам пришлось изучить и расшифровать более 6000 страниц рукописи Леонардо. Известно, что, страхуясь от воровства, мастер тщательно кодировал свои разработки, в том числе допуская намеренные ошибки. Все открытия мастера выполнены из материалов его времени. Посетители выставки могут увидеть изобретение, которое принято считать достоянием 20-го столетия. Летательный аппарат, велосипед, акваланг, подводную лодку, парашют, танк и многое другое. На самом деле, ну, все неординарно. Вот какой экспонат не возьмешь, прочитаешь описание, уже становится интересно, необычно. Начинаешь понимать, как бы те вещи, которые окружают нас сегодня в жизни, они здесь. Да и сколько им лет, да когда это было изобретено, оказывается, на самом-то деле. Вот, и это смотрится во время новых технологий и так далее. Это смотрится все равно как-то по-новому, как-то необычно. Кроме того, выставка оснащена интерактивными технологиями. В 3D-формате представлены такие шедевры мирового искусства, как «Тайная вечеря», «Мона Лиза», «Вертувианский человек» и единственная скульптура художника «Лошадь Сфорца». Перелистывая электронные страницы, зритель может отыскать ответ практически на любой вопрос, касающийся наследия великого мастера. Искусство как природа. Если вы не пустите его в дверь, оно войдет в окно. Так не лучше ли распахнуть двери и почувствовать себя сопричастным?